В минувшую субботу в скейт-парке Славянска на Кубани было по-настоящему жарко. Впервые в Славянском районе прошел фестиваль по экстремальным видам спорта под девизом «Спорт против наркотиков». За зрелищной борьбой наблюдали и наши корреспонденты. Экстремальный самокат, ролики, BMX – молодые, но быстро развивающиеся виды спорта, рассказывают организаторы фестиваля. Чтобы поддержать развитие этих направлений в районе, провели первые соревнования. Надеемся, что этот фестиваль станет традиционным. Есть к чему стремиться, хочется сделать очень много, тем более, что ребята в этом заинтересованы. Когда сами участники хотят проводить такие соревнования, то нам вдвойне интереснее им помогать. Практически все экстремальные виды спорта берут свое начало и развиваются благодаря интернету, говорят любители адреналина. Александр Нестеренко на самокате катается около 2 лет. Впервые экстрим-спортсменов увидел на улице. Позже нашел обучающее видео в сети и начал кататься. Сначала как у меня все не получалось, ну потом я старался смотреть видео, меня там очень вдохновляли видосы зарубежных райдеров, и мне хотелось стремиться к такому же уровню. В этот день ребята соревновались в 3 направлениях – самокат, агрессивные ролики и BMX. В каждой номинации был определен победитель. В планах организаторов популяризация экстремального спорта и проведение в дальнейшем подобных соревнований. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».